Однажды человек наткнулся на кокон бабочки. Сгорая от любопытства, человек долго сидел и наблюдал, как бабочка изо всех сил пытается просунуть свое тело через маленькое отверстие. И так, из самых лучших побуждений, мужчина решил, что должен помочь бабочке. Он схватил ножницы и отрезал оставшийся кусочек кокона. С разрезанным коконом бабочке больше не нужно было бороться, и она легко вылезла. Однако, когда она появилась, мужчина заметил, что у нее было распухшее тело и маленькие сморщенные крылья. Мужчина продолжал наблюдать, ожидая, что бабочка отрастит крылья и улетит. Однако этого не произошло. Бабочка провела остаток своей очень короткой жизни, ползая по земле с распухшим телом и маленькими крыльями, не способная летать. В этой истории есть мощный урок. Наша борьба всегда дает нам силу. И иногда борьба, через которую мы проходим, это именно то, что нам нужно для роста и развития.